Знакомые все сосны. То место, в котором я блуждал в прошлый раз на этом объекте. Ну, на самом деле, работать среди сосен одно удовольствие. Вот. Задача в прошлый раз была первично разработать эту территорию. Делали мы это осенью прошлого года. Вот. Ну, а в этом сезоне будем добивать сорняк и садить газон. Значит, перед посадкой газона здесь предстоит еще работать с привозным грунтом. Он будет доставлен сюда на объект. Чем ближе разгружают грунт к точке работы, к пятну работы, тем нам удобнее. В данном случае его разгрузят, грубо говоря, вот здесь по возможности, если сможет грузовик сюда заехать. Вдоль территории дома будет сформирован отмостка к моменту нашей работы с газоном. Вот, поэтому мы сюда везем планировщик, привезем планировщик и будем распределять этот грунт, высвободившись под отмостки, привозной грунт, который сюда привезут, будем распределять его по поверхности. И задача наша будет нивелировать вот эту линзу. Вот в этом месте таков рельеф вот этой территории, в этом месте скапливается вода, соответственно, мы ее будем делать так, чтобы этой воде здесь было не место. Все по порядку. Начинаем методично двигаться вперед. Заканчиваем мы свою работу на объекте. Это последний этап сегодняшний. Посвятили объекту день. Заканчиваем трамбовку. Посажена горчица в эту территорию. Нам крепко повезло с погодой, скажем прямо. Еще утром здесь был дождь, существенная влажность в грунте. Но из-за того, что вот эта территория прежде всего с супесью, а не с суглинком, как это вот у нас в Богородской стороне в основном суглинок. А здесь мы сейчас находимся в окрестностях Гороховца. Здесь достаточно много супеси, и вот эта супесь легко приняла воду и позволила нам, собственно говоря, спокойно отработать. Вот. Есть пара проблемных мест. Связана она прежде всего с тем, что в этом месте нет водоотведения у дома. Это ливневка, которая льется прямо на грунт. Вот. Ну, собственно, сейчас я вам покажу эти места. Совершенно не критично. Приедем в следующий раз заниматься газоном и, собственно говоря, уже все это и доправим. Вот. Наша текущая задача главная – это обеспечить отсутствие сорняка на территории. Ну и, соответственно, показать заказчику, как выглядит его будущий газон. Вот эти плоскости. Вот еще место, которое надо дотрамбовать. Я сделаю это чуть позже. Значит, там, где водосток, вот это место. Конечно, в этом месте это, ну, мягко скажем, лужа. Вот, в которую, тем не менее, горчицу посадить удалось. Такая территория. Вот на этом наши работы сегодняшние здесь будут закончены. Все. Практически все. Сейчас немножко дотрамбуем. И на новый объект. До связи. Комфортных территорий вам.